Изучаем расписание. 49-й наш. Самара, Москва. Прибытие 19:24, отправление 19:25. Да, весело нам. Вот что нам за минуту надо найти вагоны и сесть. Я говорю, за минуту надо посадку произвести, так получается. У нас так всегда все по-быстрому. Да. Поезд стоит одну минуту, надо. Надо все быстренько успеть. А вот я в Германию ездил, ну, через эту, через Польшу. Встали мы там. Я заляжу. Их поезд подходит. Они сидят все на этих, на сиденьях там. Встали и тихонько пошли. И культура. Никто не лезет. Там культура. Ничего. А у нас? Все зашли, все спокойно. И потом тронулся поезд. А у нас толкаются. У нас пуговицы все, у всех летали по колесу. Дедушка настроен ехать. Вот я его спрашиваю, да, пап? Да. Ты настроен? Ну, все нормально. Все нормально. Да. Покаж. Говорит, сосед говорит, кто здесь ездит? Они все знают. Вообще, говорит, ничего не объявляют, да? Ни электрички, денег ни поезда. Нет, денег нет. Денег нет, это какой-то. Ой. О. Вот. Чуть и Таня не сказала вышли, слово какое. Все знают, все уже стоят. Да. И написано первая платформа, а мы почему-то на вторую зашли. Может, он с этой. А Таня говорит, здесь все знают, иди, где люди-то. А мы перешли туда. Да, да. Мы все на платформе. Хотя написано первое в расписании почему-то. Ну? Ну-ну. Люди ж как бараны, одни за другими это идут. Это поезд Самары идет. Спросить не у кого. Да, Самары. Двухэтажный. Ты ж уже ездил на нем, да, с Карамошинами. Да. Вот теперь с нами проедет. Стучит и мотается он как-то. Мотается вагон? Да. Ну, потому что низкие колеса. Не знаю, чего. Да так, наверное, у нас и сделали ее. Ураган-то. Вот чуть не снес нас ветер. Ветер от поезда какой, дедушка, да? Дедушка в курсе дела, Вовки, сразу фуражку кеп держит. Кепи светил у поезда. У Вовки крышенинник. И не нашел? Нашел, поймал. Нашел. А, поймал. Садится. А поезда все нет. Солнышко садится. Да, ну еще светло. Скоро темно будет. Скоро темно будет. Зайдет и все. Уже начали освещение включать. А что, освещений-то нет? Есть. На столбах? Есть. Есть? Есть. Идет, по идее, наш поезд на Москву. Все, мы отходим в сторону. Двенадцатый, одиннадцатый. Еще вниз? Нет, все. Все нормально, сели. Хорошо, помог нам. Володя помог. Володя нам помог. Так. Скажите, интересует такой вопрос. Можно организовать нам будет в Москве? Я у начальника все узнал. Узнаете, да? Ну, спасибо. Они в Чикаго, вчера, наверное, звонили нам. А, вчера, да. Мы уже в своем купе. Дедушка одел тапки. Переоделись мы. Вроде встает, что ли? Да, остановка. Сейчас пойду пройдусь немножко. Пройдусь, ознакомлюсь. Ну, уже после остановки. Ну да, сейчас иду поеду. На второй этаж схожу, посмотрим. О, да. Наверное, люди сядят. Ну да. Базарный? Да.
Вот, у нас одна работала. Стоит значок Wi-Fi, но ничего не работает. Хе-хе-хе. Подключился, не тянет. Сейчас мы пройдемся. Пройдемся на второй этаж, посмотрим. Кому-то интересно будет посмотреть, что за поезд такой. А на второй этаж будет? Так, смотрим, что у нас есть здесь. Марак с питьевой водой по купе. Ну, вот такой второй этаж. Чуть по-другому. Ну, в общем-то, все то же самое. Там уже другой вагон. Мы туда не пойдем. Показываю туалет. Все чисто, опрятно, аккуратно. Видите? Просто чудо. Прошлись немножко. Поснимали. Сейчас пойдем. Пойдем к своим. Красивый какой вагон, да? Ходил к девчатам в гости, говорю, да. Я вас поснимаю немножко. Не захотели? Мне говорят, в купе зайдете? Я говорю, да, можно и в купе. Мы первый раз едем в такой вагоне красивый. Первый раз? Да, ты вот уже второй раз. Дедушка, ты второй раз? Я второй раз езжу. Вот так вот. Ну, ну тот да. я ехал наверху. А, на втором этаже? Да. Понятно, а мы на первом. Закинули наверх? Да второй тут лучше. Конечно. Там более шмотов сильно. А, и ты переживал, да? Да ну что? Нет. А, в вагоне на втором этаже, там? Там они ехали. Я думал, на верхней полке. Нет. Ну, здесь как обычно, да? Спокойно едет поезд, тихенько. Никуда не колышет. Нам дали три нижних места. Это, конечно, хорошо, если бы не ситуация, в которой мы оказались. Надо как-то периодически нам с Татьяной меняться, ночью присматривать за дедушкой, так что желательно нам в одном купе. Ну, сейчас вот дождемся 9 часов вечера. Кто-то должен занять вот это место. Мы ему предложим, ну а если он не согласится поменяться на нижнюю полочку в соседнем купе, то в нашем купе молодой человек уже согласился, сказал, что перейдет с удовольствием на нижнюю полку, а я буду на верхней, все будем в одном купе. Вот пожарный пек уехал к сестре, вот я ей делал катушку, баню. Мать в ней там была. Что тут мать. Есть? Жалюзи тут открываются. А вот я им сделала. Мы первый раз в таком красивом поезде. Молодцы, РЖД. Все на высшем уровне. Что интересно, места для багажа только внизу. Вот здесь вот, видите? Вот под сидушками. Они сидушки не поднимаются. Все прикреплено намертво. А наверху нету места для багажа. Может быть, где-то есть еще в вагоне место. Надо будет поинтересоваться ради интереса. Уважаемые пассажиры, не разрешается пользоваться туалетом во время стоянки. Убедительная просьба не бросать в унитаз бумагу и посторонние предметы. Все, мы закрылись. Ну, хорошо, комфорт, можно побриться. Можно зарядить смартфон, пока сидишь на унитазе. Все чисто. Просто прелесть.
называется «Без комментариев». Запрещается пользоваться унитазом в прекрасном свете. Повторный смыв. Кнопка смыва. Унитаз ногами, не вставать. Все четко расписано. Это крантик. Для моющей жидкости, а это краник. Видите, жидкость руки помыть, мыло. А это краник для воды. Чай пить нельзя. Нельзя. Даже два крючочка повесить, сумочку, одежду. Еще что-нибудь можно снять, повесить сюда. Краткая экскурсия в очень интересном месте. Видите, мы побывали. Открывается, закрывается автоматически. Открыть — это переход в следующий вагон. Здесь какое-то служебное помещение. Что еще показать? Мусорные баки для стекла, бумага, пищевые отходы, пластик, металл. Что здесь, три туалета, что ли? Ну, точно. Таня говорит, какая постель красивая, в полосочку. Ага, в полосочку. Угу. Ну ничего, сколько получится. Спасибо большое. Мы неделю пожили, неделю. Мы будем показывать попозже. У нас не все это быстро так получается. Я показал начало и показал конец. А все остальное, серединка будет. А как вас найти? Вы как вообще пишетесь? Ну вот кто там, допустим? Как? Гибисов? Да, Иванов Гибисов, там аккаунт, я сижу у мамы его. Ну, я снимаю. Там Саша, там все. Ага, я снимаю наш разговор, и будет видео, посмотрите. Мы едем в поезде. Да, я включил громкую связь, вот интересно будет посмотреть. По имени Гибисова. Всего хорошего. Слова как-то плавают, все здесь не очень связь хорошая в поезде. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Спасибо, до свидания. Одеялка на лебяжьем пуху. А ну-ка, покажи, что здесь за одеялки. Хорошая лебяжья пух. Ой, правда? Нет, там синтетика. Ну, не важно, зато все чисто. Заправляем кровать. Я говорю, вы с Питера, это вы смс-ку прислали? Нет, я не с Питера. Я вот, и там что-то, буль-буль-буль, Иван Гибисов. Ну, найдем.